Сбросив бомбы, самолеты ДБ-3 второго минно-торпедного полка Черноморского флота возвращались на крымский аэродром. Увидеть результаты своей работы экипажам не позволяла низкая облачность и завеса дождя. Но фугасные и зажигательные бомбы легли точно в цель. Румынские нефтепромыслы в Плоеште после удара советских бомбардировщиков 15 июля 1941 года пылали в 18 часов. Не прошло и месяца с начала войны, а горел и нефтеперегонный завод «Унирея». Зарево пожара в течение 3 суток виднелось на многие километры. Советские авиаудары по нефтепромыслам, портам в Констанце и в устье Дуная повторялись один порядок за другим. Горит так, что в Берлине видно. Костя, дай карту. Значит, смотрите, следующие авиаудары нужно нанести вот здесь, здесь и вот в этой точке. Крымский полуостров не фигурировал в немецком плане «Барбаросса». Но активность советской авиации на Черном море заставила немецкое командование изменить планы. 23 июля, в дополнение к директиве Верховного командования Вермахта, Гитлер указывал: первоочередной задачей является овладение Украиной, Крымом. В дополнение к директиве от 12 августа он уже требовал: овладеть Крымом, который, будучи авиабазой противника, представляет собой большую угрозу румынским нефтяным районам. Советские летчики внесли свой вклад в срыв операции «Барбаросса», заставив фюрера перенацелить часть сил группы армий «Юг» на Крым. Летом 1941 года Красная армия терпела поражение. Но имелось направление, где советские вооруженные силы чувствовали себя вполне уверенно. Советский флот на Черном море насчитывал 1 линкор, 5 крейсеров, 3 лидера, 13 эсминцев, 44 подводные лодки. И не имел равного себе противника. Командовал Черноморским флотом 42-летний вице-адмирал Филипп Октябрьский. Октябрьский Филипп Сергеевич. Герой Советского Союза, службу начал матросом. В период революции сменил фамилию Иванов на другую, более отвечавшую духу времени. Командовал Амурской военной флотилией, а с марта 1939-го – Черноморским флотом. Летом 1941 года отдавалось немало приказов не сдавать города или рубежи. Многие из них так и остались на бумаге. Но директива Сталина Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности была выполнена. Решающую роль в этом сыграла Приморская армия под командованием генерала Сафронова и сменившего его генерала Петрова. Петров Иван Ефимович. Генерал армии, герой Советского Союза. Окончил юнкерское училище, службу в РККА начал рядовым. Войну встретил генерал-майором и командиром 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, с которой оборонял Одессу. С октября 41-го – командующий Приморской армией. На Одессу наступала 4-я румынская армия. Первые бои за город начались 5 августа 41-го года. Румынские военачальники, зная, что у Одессы нет фортификационных сооружений, рассчитывали легко взять город. Но за короткий срок солдаты с помощью одесситов выстроили несколько рубежей обороны общей протяженностью около 250 километров. Захватить город сходу враг не смог, но к 13 августа блокировал Одессу с суши. Снабжение армии легло на флот. 4 советских дивизии сдерживали натиск 14 дивизий и 2 бригад противника. В сентябре враг вел в бой уже 17 дивизий и 2 бригады. Общее соотношение в живой силе в среднем составляло примерно 1:7 в пользу немецко-румынских войск. В советских частях имелось всего 303 орудия. Действующих танков числилось 2, исправных самолетов – 19. В обороне Одессы применялись импровизированные танки, обшитые бронированными листами гусеничные трактора СТЗ-Нати. Вооружение машин состояло из 2 7,62-мм пулеметов ДТ.
Эти танки получили ироническое название «Ми-1» на испуг. 21 сентября фашистским войскам удалось подойти к главному рубежу обороны, а в восточном секторе на ближние подступы, и начать артиллерийский обстрел порта и подходного фарватера. Для того, чтобы снять эту угрозу, на следующий день Приморская армия нанесла комбинированный удар. Морской десант в Григорьевке в составе полка морской пехоты, воздушный десант в тылу врага и наступление с фронта двух дивизий на участке Фонтанка-Гильдендорф. В результате две румынские дивизии были полностью разгромлены, противник отброшен на 5-8 километров. Приморская армия готовилась к зимним боям, укрепляя оборонительные рубежи, когда из Ставки поступила директива. Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам в кратчайший срок эвакуировать войска Одесского оборонительного района на Крымский полуостров. Причиной этого стали события в Крыму. В сентябре немецкая 11-я армия Манштейна форсировала Днепр и вышла на подступы к Перекопу. Эрих фон Манштейн, генерал-фельдмаршал, урожденный Левинский, потомственный военный опытный штабист. На его разработках базировался план разгрома Франции. Войну с СССР начал командиром танкового корпуса. После окончания войны приговорен к 18 годам тюрьмы за применение тактики выжженной земли, но освобожден через 8 лет. Немцы прорвали оборону на Перекопе, открыв себе путь к Симферополю, Керчи, Феодосии и Севастополю, главной базе Черноморского флота. Единственным резервом советского командования в этом секторе фронта оставалась осажденная в Одессе Приморская армия. С 1 по 16 октября без потерь в Севастополь перевезены все войска. 86 тысяч человек, а также 15 тысяч гражданского населения, 19 танков и бронемашин, 462 орудия, 1158 автомашин, 3625 лошадей и 25 тысяч тонн грузов. На линии фронта остались лишь группы прикрытия. Часть их состояла из местных отрядов, которые затем растворились среди населения. На набережной моряки расклеивали листовки с обращением к жителям города. «Не навсегда и ненадолго оставляем мы нашу родную Одессу. Жалкие убийцы, фашистские дикари будут выброшены вон из нашего города. Мы скоро вернемся, товарищи». Утром 16 октября последний корабль с войсками покинул Одесский порт, но лишь вечером передовые румынские части решились войти в Одессу. Со стороны противника в боях за Одессу суммарно участвовало до 20 дивизий. Их общие потери составили свыше 160 тысяч солдат и офицеров, около 200 самолетов и около 100 танков. Среднесуточные потери противника составили 2200 человек, советские – 565 человек. 4-я румынская армия, атаковавшая Одессу, полностью потеряла боеспособность и выведена в Румынию на переформирование. Колонна тылов немецких частей, наступавших на Севастополь, остановилась у Бахчисарая. Немцы чувствовали себя в безопасности. Фронт находился далеко впереди, и пронзительный рев снарядов застал всех врасплох. Первые же заряды разорвались в гуще колонны. Вспыхнули цистерны с горючим, запылали грузовики.
По врагу вели огонь 305-миллиметровые орудия 30-й батареи, которую немцы называли «Форт Максим Горький-1». Огонь велся на предельной дистанции, но залпы были удивительно точными. 30-я и 35-я батареи. Артиллерийские батареи береговой обороны Севастополя. Каждая состояла из двух башен с двумя 305-миллиметровыми орудиями. Проект 30-й батареи в 1913 году разработал генерал Буйницкий с учетом рекомендаций военного инженера и известного композитора Цезаря Антоновича Кюи. Строительство закончилось только в 30-х годах. Дальнобойность батареи составляла 44 километра. Операции по заряжанию и наведению выполнялись с помощью электродвигателей. На поверхности находились только орудийные башни с 200-миллиметровой броней. Остальные помещения находились в железнобетонном бункере длиной 130 и шириной 50 метров. Внутри располагались погреба боеприпасов, силовая станция, служебные помещения и рельсовая дорога, по которой боеприпасы доставлялись к заряднику. Командовал батареей майор Григорий Александрович Александер. Немцы уже вышли на шоссе, ведущее к Севастополю. Советским войскам пришлось отходить к горам на юге и далее вдоль моря по Ялтинскому шоссе в Севастополь. Город оборонялся небольшим гарнизоном, и 11-я немецкая армия могла бы сходу его захватить. Но мужество бойцов арьергардов и огонь 30-й батареи задержали немецкое наступление. К 9 ноября оборону у Севастополя заняла Приморская армия. Севастопольский оборонительный район возглавил генерал Петров, а затем вице-адмирал Октябрьский. Укрепрайон разделили на 4 сектора. Первый прикрывал Балаклавское, Приморское направление. Второй – шоссе Ялта-Севастополь. Третий – центрально-восточное направление. Четвертый – направление на Бахчисарай. Из города морем эвакуировали жителей. 6 ноября теплоход «Армения» вышел из Севастополя и после захода в Ялту направился к Кавказскому побережью. Погрузка шла в спешке, не успели даже записать имена пассажиров. 7 ноября в 11:29 судно атаковал немецкий самолет-торпедоносец. И оно затонуло в течение 4 минут. На борту находилось до 7000 пассажиров. Спаслось только 8 человек. Эта трагедия стала крупнейшей катастрофой советского флота во Второй мировой войне. Из дневника начальника немецкого генштаба Франца Гальдера. Штурм Севастополя намечен на 8 декабря. Продолжительность штурма 4-5 дней. Но приближалась зима и хлынули дожди, замедлив подготовку к наступлению. Дата начала операции переносилась. Неизменным оставалось главное направление удара – Северная бухта. Ялтинское шоссе, на первый взгляд, давало немцам больше преимуществ. По обе стороны от него простиралась равнина, удобная для танков. Поэтому командующий Приморской армией наибольшее внимание уделил этому сектору обороны. Но Манштейн исходил из других соображений. Выход к Северной бухте означал бы прекращение работы Севастопольского порта, через который снабжалась Приморская армия. Это стало бы смертельным ударом по обороне. Понимая, что Севастополь своими силами не сможет сдержать немецкое наступление, советское командование решило провести десантную операцию с высадкой в Керчи и Феодосии. Элитная 79-я бригада, имевшая в своем составе много моряков на боевых кораблях, составляла его первый эшелон. Еще две стрелковые дивизии предполагалось высадить с транспорта в порту. Начало операции назначили на 19 декабря. А за два дня до этого немцы начали штурм Севастополя. Главный удар Манштейн нанес не там, где его ожидали, и это сразу привело к кризису в обороне. Телеграмма в Ставку из Севастополя.
Дальнейшее продолжение атак в том же темпе, и гарнизон Севастополя продержится не более 3 дней. Критическая ситуация заставила принимать срочные меры. 79-я бригада спешно погрузилась на крейсеры и эсминцы и отправилась в Севастополь. На следующий день туда же направили одну из стрелковых дивизий, выделенных для десанта. 22 декабря в бой за город вступил флот. Корабли поочередно вели огонь в течение 20 часов. Наступление врага остановилось перед фортом Сталин. Фортом Сталин немцы называли 365-ю зенитную батарею. Ее орудийные площадки были бетонированными, но на этом сходство с фортами заканчивалось. Вооружение составляли 4 зенитных орудия калибром 76 мм. Немцы часто называли оборонительные сооружения в Севастополе громкими именами – ГПУ, ЧК, Сибирь, Молотов. Порой подобные имена давали укреплениям еще времен Крымской войны. Важна была не только батарея, но и господствующая высота, на которой она располагалась. Из воспоминаний Григория Замиховского. Для спасения батареи был сформирован отряд моряков-добровольцев, в который попал и я. Граната! Ложись! 2 дня мы бились с немецкой пехотой на подступах к батарее. Рукопашный бой в заграждениях из колючей проволоки. Жарко там было. Большинство из нашего отряда погибло. Экстренные меры, предпринятые советским командованием, сорвали план взятия Севастополя. Но обстановка оставалась критической. Немцы в любой момент могли пробиться к Северной бухте и взять под обстрел причалы, где разгружались боеприпасы и пополнение. Поэтому советское командование не отказалось от проведения десантной операции. 26 декабря в Керчи высадились передовые отряды. Десантникам удалось закрепиться на небольших плацдармах, но продвинуться вглубь полуострова они не смогли. Чтобы выйти к Феодосии в темноте декабрьской ночи, моряки-черноморцы придумали простое, но оригинальное решение. За день до операции в район Феодосии вышла подводная лодка и установила в точно определенных местах 2 навигационных буя – красный и белый. С наступлением темноты включили прожектор. Катер «Малый охотник» прошел в бухту и высадил штурмовой отряд, который захватил маяк и зажег его. Корабли с десантом могли свободно ориентироваться в порту. Оставалось преодолеть боновые заграждения, преграждавшие путь в гавань. Боны – заграждения из плавучих бревен, плотов и тому подобное, защищающие вход в гавань или фарватер от неприятельских судов. За несколько дней до высадки заграждение было разведано с подводной лодки. Боны были наглухо закрыты. В 4 утра один из катеров должен был подорвать эти заграждения. Но его командир лейтенант Гайдай струсил и подошел к бонам только в 6:00, а затем самовольно ушел в Новороссийск. Вся операция находилась на грани провала. Позднее лейтенант Гайдай предстал перед судом военного трибунала и был приговорен к расстрелу. Ситуацию спас катер, уже находящийся в гавани. Он подошел к бонам с внутренней стороны. По неизвестной причине, возможно, ввиду халатности со стороны немцев, заграждение оказалось открытым. Капитан подал сигнал. 2 белых ракеты. Проход свободен. На катере включили прожектор, подсвечивая путь суда. Вместо обстрелянных моряков из 79-й бригады в первой волне десанта высаживались части, недавно сформированные в Закавказье из местного населения. Как отмечалось в отчете, эти войска ни разу не были в боях и никогда не видели кораблей. Для них ночная высадка под огнем стала самым настоящим шоком. Высадка в Феодосии шокировала и немцев. Командир корпуса граф Шпонек отдал приказ к отступлению. Манштейн отстранил Шпонека от командования, но изменить уже ничего не мог. Керченский полуостров был оставлен. Позднее Шпонека арестовали и в 44-м году расстреляли по приговору суда. Десант дал результат, на который и рассчитывало советское командование. Манштейн прекратил штурм Севастополя. Более того, немцам пришлось отступить от города и оставить захваченные позиции.
из воспоминаний Манштейна. Было совершенно ясно, что необходимо срочно перебросить силы из-под Севастополя на угрожаемые участки. Всякое промедление было пагубно. Сняв дивизии из-под Севастополя в январе 42-го, немцы смогли отбить Феодосию, порт, жизненно важный для снабжения десанта. Советские войска Крымского фронта отошли на Акманайский перешеек. После потери Феодосии Ставка прислала в Крым своего представителя, армейского комиссара первого ранга, начальника главного политического управления Красной Армии Льва Мехлиса. Обычно представителями Ставки на фронтах назначали опытных военачальников, таких как Василевский или Жуков. Мехлис же был партийным чиновником, слабо разбиравшимся в военных вопросах. Командующие Крымским фронтом Козлов и Мехлис с самого начала не сработались, из-за чего страдали интересы армии. 9 немецких торпедоносцев атаковали советский теплоход с разных направлений. Торпеда справа по борту! Руль лево на борт! Транспорт «Сванетия» возвращался из Севастополя. На борту находились раненые и эвакуируемые жители города. Эсминец эскорта открыл огонь по самолетам, но сброшенные ими торпеды уже шли к судну. Теплоход уклонился от 5 из них, но 2 попали в нос с разных бортов. «Сванетия» затонула через 18 минут. Погибли 753 человека. Черноморский флот невозвратно терял транспортные корабли. В 1941 году немцы потопили 23 и повредили 26 судов. Эффективность ударов росла с пугающей быстротой. От атак одиночными самолетами немцы перешли к атакам группами. Немецких пилотов обучал Вернер Баумбах, признанный специалист атак по кораблям. На Черное море немцы перебросили группу первой учебной эскадры, действовавшую ранее в Средиземноморье. Истребителей с достаточным радиусом действия для прикрытия кораблей, идущих в Севастополь, у Красной армии еще не было. Все это сказалось на ходе боевых действий. За 2 месяца немецкие самолеты уничтожили 36% транспортного тоннажа, снабжавшего и Крымский фронт, и Севастополь. В 1942 году Гитлер планировал поход за нефтью Кавказа. Чтобы начать это наступление, немецкому командованию следовало уничтожить советские войска в Крыму. Иначе рвущаяся к нефти группировка рисковала получить удар с юга. Командование вермахта указывало: ближайшая задача группы армий «Юг» — быстрое возвращение Керченского полуострова и овладение Севастополем, чтобы высвободить силы для дальнейшего наступления. Для уничтожения советских войск в Крыму Манштейну передали свежую 22-ю танковую дивизию и большие силы авиации. В Крым с московского направления перебросили 8-й авиакорпус Вольфрама фон Рихтгофена, признанного специалиста по авиационной поддержке войск на поле боя. Операция получила наименование «Охота на дров». А на Керченском полуострове, далеко от передовой, советские пехотинцы долбили неподатливую крымскую землю. Командующий 44-й армии приказал выведенным в тыл частям на всякий случай готовить оборону в месте расположения. Увидев пехотинцев, машущих лопатами, командующий фронтом Козлов приказал немедленно прекратить все работы. «Дайте людям отдых, и пусть они готовятся к наступлению». Подготовка окопов была оценена как проявление трусости. Предыдущие неудачи не обескуражили Козлова, а тем более неутомимого Мехлиса. Наступление планировалось на 20 мая. Тем временем на советскую сторону перелетел хорватский летчик. Он сообщил: 10-15 мая немцы начнут свою операцию. Советское командование ожидало удара вдоль дороги Владиславовка-Керчь, где занимала позиции 51-я армия. Ее оборону поддерживали 40% танков фронта, готовых встретить немцев огнем из засад. Удар вдоль берега Черного моря, где занимала оборону понесшая потери 63-я стрелковая дивизия, считался наименее вероятным. Вынырнувшие из предрассветного тумана шлюпки с немецкими пехотинцами подходили к берегу. В
Вражеский десант шел из Феодосии к горе Асчелус. Советские солдаты встретили его огнем. По десанту били из огнеметов, а когда огнесмесь закончилась, немцам удалось закрепиться. По всему фронту уже гремела артподготовка. Позиции Крымского фронта защищали минные поля. Вражеская артиллерия била по ним, подрывая мины и освобождая путь пехоте и штурмовым орудиям. Траншеи подверглись мощным ударам с воздуха. С тыла атаковал немецкий десант. Отсутствие плана обороны привело к тому, что немцы продвигались почти не встречая сопротивления. Войска, находящиеся в тылу, не имели подготовленных позиций. Из-за того, что Козлов пожалел бойцов, машущих лопатами, они оказались беззащитными в голой степи под атаками врага. В войсках начали распространяться хаос и паника. Утром второго дня наступления немцы ввели в бой 22-ю танковую дивизию. Манштейн повторял в уменьшенном масштабе удар серпом, свой план разгрома Франции. После прорыва вглубь советской обороны танки повернули к Азовскому морю, в тыл главным силам Крымского фронта. Казалось, что финал битвы наступит уже через несколько часов. На склонах кургана Сюрук-Оба днем 9 мая гремел танковый бой. Под выстрелами советских танков КВ вспыхивали немецкие боевые машины. Блицкриг Манштейна остановился. Быстрого окружения двух советских армий не получалось. Поздно ночью состоялись переговоры Мехлиса и Козлова со Сталином. Согласовывался отвод войск на турецкий вал, естественный рубеж обороны на Керченском полуострове. Сталин сказал: «Если сумеете и успеете задержать противника перед турецким валом, мы будем считать это достижением». Верховный уже не верил в возможность восстановления фронта. Речь шла лишь об организованном отходе. Под прикрытием танков советские части отходили вдоль берега Азовского моря. Но немцы упредили главные силы фронта в выходе к турецкому валу. Они пристроились в хвост одной из отходивших колонн и под прикрытием клубов пыли от автомашин приблизились к валу. «Твою дивизию, немцы!» «Немцы! Фролов, тащи пулемет! Быстрее на позиции!» Внезапной атакой они прорвали оборону в центре позиции. Войска Крымского фронта получили приказ отходить на последний рубеж – Керченский обвод. Советские колонны в открытой степи теряли людей и технику под бомбами немецких самолетов. В последние дни боев Мехлис, казалось, искал смерти. Он носился на своем газике под огнем, пытаясь остановить отходящие войска. Поначалу немцев удалось удержать на подступах Керчи. В бой двинулись танки, в том числе несколько огнеметных Т-26. С моря вели огонь корабли Черноморского флота. Но в отличие от Севастополя, в Керчи не имелось мощной береговой артиллерии. Немцы ворвались в город. Остатки Крымского фронта отходили на восточную оконечность полуострова. Теперь разбитые части можно было спасти, лишь эвакуировав их на Тамань. Из баз и портов собрали баржи, сейнеры, тральщики, баркасы и буксиры. «Тюлькин флот», как называли его солдаты. «Мужики, давайте быстрее! Давай быстрее! Иван Маслов. «Раненых на борт!» Сил нет передать, что там творилось. «Вот, держи! Брось ты этот ящик! Давай сюда!» Под непрерывным обстрелом и бомбежкой с воздуха солдаты пытались на плотах, на автомобильных покрышках и просто вплавь переправиться на восточный берег. Течение сильное, почти всех утаскивало в море. Всего спаслись более 140 тысяч человек. Потери Крымского фронта убитыми, пропавшими без вести и пленными составили около 150 тысяч человек. А 6 июня немецкие тяжелые снаряды вновь били по советским позициям у Севастополя.
Артиллерийская подготовка перед штурмом шла пятый день. Один из снарядов проломил бронированную крышу одной из двух башен батареи номер 30. Башня была введена в строй уже на следующее утро, но действовал лишь один ствол. Еще один снаряд не разорвался, и советские специалисты смогли рассмотреть его. Этот двухметровый стальной монстр выпустила одну из двух орудий, известных как «Устройство Карл». Бетонобойный снаряд калибром 600 мм и весом 2170 кг выстреливался с начальной скоростью 220 метров в секунду и пробивал бетонную стену толщиной до 3,5 метров или стальную плиту толщиной 450 мм. Скорострельность – один выстрел в 10 минут. Всего построено 6 мортир. Днем ранее по Севастополю сделала первый выстрел гигантская пушка «Дора». Калибр 800 мм. Транспортер пушки располагался на колее сдвоенного железнодорожного пути. Обслуживал пушку дивизион численностью до 500 человек. В расчет включался транспортный батальон, комендатура, маскировочная рота и полевой хлебозавод. Подготовку позиции осуществляли 1000 саперов и 1500 рабочих. Для укрытия и маскировки орудия в горе близ Бахчисарая сделали специальный разрез. Сборка и подготовка к стрельбе заняла 6 недель. Орудие израсходовало 48 снарядов. Зафиксировано лишь одно удачное попадание в склад боеприпасов, находившийся на глубине 27 метров. Обстрел велся 13 дней, после чего орудия демонтировали и отправили под Ленинград. Всего в составе 11-й армии на тот момент имелось 785 немецких и 112 румынских орудий всех калибров. Из воспоминаний Манштейна. В целом, во Второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении на Севастополь. Основную массу орудий сосредоточили в группе, нацеленной на Северную бухту. Манштейн планировал повторить декабрьский штурм, но большими силами. Обстрел еще не гарантировал немцам успеха при штурме. Артиллерия большого калибра имела ограниченный запас снарядов и недостаточный ресурс стволов для длительного ведения огня. Более надежной поддержкой при наступлении была полевая артиллерия. Но запаса снарядов для гаубиц у Манштейна хватило бы лишь на 2 недели интенсивной стрельбы. За 4 дня немцы расстреляли 42 тысячи выстрелов или 2500 тонн боеприпасов, 9% запасов. Петров учел опыт декабрьского штурма. Теперь секторы обороны Северной бухты являлись самыми сильными. Командующий держал в резерве стрелковую дивизию, чтобы усилить любой из секторов. К 6 июня численность войск у Севастополя составляла 118 900 человек. Но боеприпасов у защитников Севастополя катастрофически не хватало. Обеспечены снарядами были только батареи номер 30 и номер 35. В первые месяцы 1942 года боеприпасами в основном снабжался не Севастополь, а Крымский фронт. После крушения фронта под Керчью перевозки в Севастополь увеличили, но наверстать упущенное не удавалось. Под ударами немецкой авиации транспортный флот нес огромные потери. Все больше приходилось полагаться на боевые корабли, показавшие высокую устойчивость к атакам вражеских самолетов. Так крейсер «Ворошилов» успешно доставил в Севастополь бригаду морской пехоты с вооружением и боезапасом. Немецкие самолеты выпустили по крейсеру 29 торпед, не добившись ни одного попадания. Но доставлять нужное количество боеприпасов военные корабли просто не успевали. А отступать уже было некуда. В директиве командующего Северо-Кавказским фронтом от 28 мая прямо и честно сказано: «Севастополь должен быть удержан любой ценой. Эвакуации войск на Кавказский берег не будет». Чтобы переправить 100 тысяч человек, имевшихся в наличии кораблей, просто не хватило бы. Оставалось или победить, или погибнуть. Артподготовка немецкого штурма началась утром 7 июня.
Орудия «Карл» выпустили в этот день 54 снаряда, расстреляв все бетонобойные гранаты по батарее номер 30. Но поразить башни они не смогли. Немецкая авиация совершила за день почти 1400 вылетов. Казалось, что советская оборона рухнет, как карточный домик. Немецкая пехота преодолела долину реки Бельбек, но сумела продвинуться лишь на 1-2 километра. Из дневника Рихтгоффена. В борьбе за владение хотя бы 1 километром этой территории пехота понесла тяжелые потери. Русская артиллерия и доты повсеместно ожили. Весь горизонт был одним огромным орудийным заревом. Четыре немецкие дивизии потеряли за день 2400 человек. Потери Приморской армии составили около 1500 человек. За первый день штурма гитлеровцы расстреляли 4000 тонн боеприпасов, израсходовав почти четверть боезапаса. Снаряды таяли, пехота несла потери, а до Северной бухты оставалось еще далеко. Бомб у 8-го авиакорпуса осталось всего на 1.5 дня. Рихтгоффен приказал пилотам производить бомбометание с максимальной точностью. Закончились боеприпасы к орудиям «Карл» и к мортирам «Гамма». Господин полковник, артиллеристы доложили. Боеприпасы к орудиям «Карл» и «Гамма» закончились. В ночь на 9 июня Петров направил в бой свой резерв – 345-ю стрелковую дивизию. Батареи номер 30 и номер 35 вели огонь по наступающим немецким частям. Немецкое наступление начинало выдыхаться. Ранним утром 13 июня транспорт «Грузия» подошел к Севастополю. Теплоход уже находился в гавани, когда в него попали две 500-килограммовые авиабомбы. От взрыва транспорт разломился и затонул. Прибывшее пополнение спасалось вплавь, но потеря груза, 500 тонн снарядов и мин, стала тяжелым ударом. Октябрьский телеграфировал. Положение с людьми и особенно с боезапасом на грани катастрофы. Количество доставляемых боеприпасов сильно отставало от их расхода. Манштейн. 13 июня. Удалось овладеть фортом Сталин, перед которым зимой было остановлено наше наступление. Три из четырех зенитных орудий 365-й батареи были выведены из строя. Захват этой высоты Манштейн выдал за стратегический успех. Это помогло ему убедить Гитлера выделить ему еще три пехотных полка и не перебрасывать под Харьков 8-й авиакорпус. По этой причине начало немецкого наступления на Сталинград и Кавказ откладывалось на неопределенный срок. Упорство защитников Севастополя оказывало влияние на обстановку на советско-германском фронте в целом. И все же, шаг за шагом, вражеская пехота продвигалась вперед. К 17 июня немцы окружили 30-ю батарею. Далее последовал штурм. Артиллерия подрывала минные поля вокруг батареи, и пехота прорвалась вплотную к башням. Защитники ушли в подземные помещения. 21 июня командир батареи майор Александер приказал взорвать башни, дизели и силовую станцию. Лишь через 5 дней немцы прорвались внутрь, взяв в плен выживших артиллеристов. Александер с несколькими матросами вырвался из бетонного блока через водосток, но на следующий день группа попала в плен. Александер был в штатском, но один предатель из местного населения выдал его. Майора отправили в тюрьму Симферополя и после пыток расстреляли. К 20 июня немцы заняли северную сторону. Как и рассчитывал Манштейн, это означало прекращение подвоза боеприпасов и пополнения. Пришедшему в середине дня крейсеру «Коминтерн» пришлось развернуться и уйти в Новороссийск. В бухты Камышовую, Казачью и Стрелецкую еще подходили эсминцы, подводные лодки и небольшие корабли. С 21 июня начала работать московская авиагруппа особого назначения из 20 транспортных самолетов «Дуглас». Из воспоминаний Григория Замиховского. На аэродроме Херсонес лежали 1000 раненых. Самолет мог взять на борт 25 человек. Летчик указывал пальцем, кого загружать в самолет. Этот.
его тех двоих запиши. Сколько тысяч глаз с надеждой и болью смотрели на них. Авиация могла доставить в лучшем случае десятки тонн, а требовались сотни тонн снарядов и мин в сутки. В Новороссийске находились миллионы патронов и десятки тысяч снарядов и мин. Но доставлять их становилось все труднее. 26 июня лодка С-32 шла в Севастополь с грузом бензина и минометных мин. Юго-западнее Ялты она попала под удар немецких самолетов. Огромные силы взрыв видели за 20 миль. Весь экипаж лодки погиб. В тот же день повреждения получил лидер «Ташкент», много раз ходивший в осажденный город. В своем последнем походе он вывез полотно панорамы обороны Севастополя «Рубо». Но город не собирался сдаваться. Приморская армия по-прежнему удерживала первый и второй секторы обороны. 30-й корпус немцев не мог сломить советскую оборону Сапун-горы. Из воспоминаний Манштейна. Самым удачным в этой обстановке было бы перенести общее направление главного удара на южный фланг. Но переброска пехотных дивизий с северного участка фронта на южный должна была занять много дней, что давало противнику возможность отдохнуть и прийти в себя. Количество боевых вылетов немецкой авиации снизилось. Сам Рихтгофен уже убыл под Харьков. Казалось, что Севастополь в очередной раз выдержит все атаки. Возле 35-й батареи спешно сооружалась пристань для приема крупных кораблей. Если бы Манштейн решился на паузу и переброску войск, ее бы удалось построить и принимать крейсеры с пополнением и боеприпасами. В 2 часа ночи 29 июня, поставив дымовую завесу у Северной бухты, немцы спустили на воду 130 штурмовых лодок. Под прикрытием дыма и мощного артиллерийского огня гитлеровцы пересекли бухту и высадились на ее южном берегу. Так, одним прыжком, немцы вышли в тыл войскам в первом и втором секторах. Манштейн нанес удар там, где его не ждали. Форсирование бухты считалось маловероятным. Одновременно началось наступление вдоль Ялтинского шоссе. Враг вышел на Сапун-гору и овладел плато. Этот удар привел к коллапсу советской обороны. Немцы захватили передовые склады, что сделало ситуацию с боеприпасами ужасающей. Октябрьский докладывал об исчерпании возможностей обороны в течение 2-3 дней. Адмирал запрашивал разрешение на эвакуацию самолетами командного состава. Вечером того же дня Октябрьский вылетел на Кавказ. Вместе с ним на 13 «Дугласах» эвакуировалось 232 человека. Справка. Самому Октябрьскому разрешение на отлет не требовалось. Еще в апреле 1942-го нарком Кузнецов требовал перенести командный пункт Черноморского флота на Кавказ. Но Октябрьский настоял на том, чтобы остаться в Севастополе. Часто критике подвергается решение эвакуировать из Севастополя командование флота и Приморской армии. С практической точки зрения это вполне оправдано. Офицер, а тем более командир соединения, слишком ценный ресурс, чтобы им разбрасываться. Так из окруженной в Сталинграде немецкой армии самолетами вывозились генералы и старшие офицеры, в частности танкисты и саперы, позднее доставившие противнику немало хлопот. Посадка командования на подводные лодки проходила на глазах сотен людей. Не обошлось без эксцессов. Из толпы прозвучали не только ругательства, но и автоматная очередь, попавшая в шедшего перед Петровым начальника отдела укомплектования Приморской армии. Подводная лодка «Ща-209» приняла на борт 63 человека из состава военного совета Приморской армии и штаба армии. Экипаж, боясь перегруза, сталкивал обратно в воду пытавшихся взобраться на палубу солдат и матросов. Ночью лодка вышла в Новороссийск. Утром за ней последовала подводная лодка Л-23, имея на борту 117 человек руководящего состава. Многие командиры остались со своими солдатами. Начальник штаба береговой обороны Кабалюк вернулся и передал, что погибнет вместе с батареей.
Полковник Михайлов добровольно сошел с последнего самолета и погиб 1 июля в Херсонесе. Остался командир погранотряда подполковник Рубцов. Позднее, чтобы избежать плена, он застрелился. Находясь на борту подводной лодки, попытался застрелиться генерал Петров, но его удержали сослуживцы. Эвакуация командования произвела тяжелое впечатление на оставшихся защитников Севастополя. Люди чувствовали себя не только обреченными, но и преданными. Следует отметить, что причиной развала обороны стал не приказ об эвакуации командиров. Удержать город стало невозможно. Немцы заявили о захвате в Севастополе 97 тысяч пленных. Эта цифра завышена как минимум вдвое. На 1 июня войска Севастопольского оборонительного района насчитывали 106 625 человек. В течение июня прибыло еще 23 500 бойцов. Невосполнимые потери составили 31 068 человек. В госпиталях скончалось 1207 человек. На Кавказ вывезли 17 894 раненых и еще 1726 человек. Таким образом, в крепости оставалось не более 78 тысяч бойцов. Некоторые из них смогли прорваться к партизанам. Многие погибли. Оставшиеся в живых защитники города собрались на мысе Херсонес. Последней надеждой было море. В ход шли уцелевшие шлюпки, сооружались плоты из подручных материалов. Один из таких плотов был собран из кузова грузовика и 12 резиновых камер. Семеро смельчаков взяли с собой мешок риса, воду и оружие. Еще одна есть. Вроде целая. За час управимся. Может, успеем уйти? У меня мешок риса есть, а Савчук за водой пошел. Немцы обстреляли и уничтожили несколько плотов. Но плот из автомобильного кузова прорвался в открытое море. Через несколько часов его встретил отряд сторожевых катеров, идущий в Севастополь. Подняв спасенных на борт, катера двинулись к Херсонесу. Но подойти к берегу они уже не смогли. Немцы освещали ракетами море и открывали шквальный огонь на любой шорох. Катерам пришлось возвращаться. Уже на рассвете они подобрали шлюпку еще с 12 солдатами. Вечером 6 июля отряд пришел в Новороссийск. Пройдет 2 года, и эти солдаты вернутся в Севастополь победителями. В начале мая 1944 года на том же мысе Херсонес уже не наши, а немецкие солдаты будут сколачивать плоты в такой же отчаянной попытке доплыть до Румынии. За поражение 1942 года Красная армия рассчитается сполна.